Наталья Комарова сейчас работает на Донбассе. Губернатор Югорь отправилась в ДНР вместе с волонтерами гуманитарного добровольческого корпуса. Наталья Комарова встретилась с главой республики Денисом Пушилиным. Отмечу, наш округ был одним из первых регионов России, который подписал соглашение о сотрудничестве с ДНР. Денис Пушилин отметил, что там ощутили поддержку югорчан не на словах, а на деле. В частности, жители округа не раз собирали гуманитарную помощь и сами приезжали помогать тем, кто попал в беду. В свою очередь, губернатор подчеркнула, что регион готов расширять сотрудничество. Уже сегодня будет подписано историческое соглашение. В нем стороны определят будущие шаги по созданию тесной дружбы между регионами. Для нас самым важным является, конечно, выход на конституционные границы Донецкой Народной Республики, чтобы Донбасс мог уже раскрыть свой потенциал. Донбассу есть что предложить для регионов Российской Федерации, да и не только. Мы, по сути, продолжаем устоявшиеся, давно сложившиеся, исторически закрепленные связи между внутри страны и теперь вот с отдельными регионами и муниципалитетами Донецкой Народной Республики. Самое главное – это человеческие и братские отношения.